Книга пророка Сафонии, глава 3. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него — рыкающие львы, судьи его — вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости». Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их. Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня. Принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью. И не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилю, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь.